Жители Придунавья встретили вместе праздник весны. Власть молодежи. В Рени стартовал социальный проект дошкольников «Я мэр». Юные боксеры из Придунавья завоевали золото и серебро на Кубке Украины и прошли национальный чемпионат. Об этих и других событиях смотрите далее в программе. В Измаиле уже стало доброй традицией встречать весну всем городом. В этом году весеннее народное гуляние началось на площади перед администрацией. Воздушные шары, вкусные угощения и 4-часовой музыкальный концерт под открытым небом запомнился измаильчанам надолго. Уважаемые измаильчане, дорогие друзья, становится традицией первое воскресенье марта проводить встречу весны. И в этот день говорить теплые слова нашим любимым, самым красивым женщинам. Несмотря на ветреную погоду, в Измаиле встретили весну с прекрасным настроением. Такие события не только создают праздничную атмосферу во всем городе, но и объединяют людей, уверены местные жители. Песни веселые, танцы, атмосфера веселая. Спасибо, очень довольна. Я всех измаильчан, я говорю, потому что у нас даже в подъезде все сюда пришли, чтобы посмотреть, послушать. Положительно относятся к мероприятию. Каждый день такое. Сегодня же весна, день весны. Общегородской праздник объединил в себе не только проводы зимы и масленицу, но и Международный женский день. В канун 8 марта чудесным подарком для прекрасных дам стало яркое и динамичное выступление финалиста шоу «X-Factor» Олега Верда. Музыкант приехал в Придунавье при поддержке благотворительного фонда Урбанского. Пусть сегодня несколько холодно, но наши сердца, наши улыбки согреют сегодняшний вечер. Я хочу вам пожелать всегда весною что-то нового. Как открываются новые почки, так и будут открываться наши сердца. Выступление Олега Верды не ограничилось Измаилом. По приглашению народного депутата Александра Урбанского исполнитель побывал с концертами в разных уголках Придунавья. В Доме культуры села Каменка певца ждал аншлаг. Прекрасные зрительницы встречали и провожали исполнителя незамолкающими овациями. Спасибо за приглашение. Спасибо вам за такой великолепный прием. И дай вам Бог здоровья, дай вам Бог любви, радости, счастья и всего самого лучшего. Ваш Олег Верд. Спасибо. А в городе Рени концерт к Международному женскому дню по традиции состоялся в клубе «Винтаж». Зрительниц на входе встречал Александр Урбанский с цветами и поздравлениями. Все, что мы делаем, что бы мы ни стремились сделать, чего бы мы не запланировали делать, это всегда делается во имя женщин. Дорогие мои, с праздником вас! Я вам всем искренне желаю, чтобы в этот весенний день всегда на ваших душах, ваших семьях, ваших сердцах присутствовал мир, любовь, согласие и главное, самое, весеннее и радушное настроение. Танцы и аплодисменты не смолкали. Завершился праздник масштабной фотосессией и благодарностями в адрес исполнителя и организаторов праздника. Собрать людей, собрать женщин, которые доброжелательно относятся друг к другу, которые пожелают друг другу просто элементарно здоровья, счастья. Это, мне кажется, очень хорошо. Совершенно замечательно. Нас как бы даже берет гордость, наверное, за то, что в городе устраиваются такие праздники для женщин. Отметили ренийцы и весенний праздник Мерцишор. Согласно молдавской традиции, этот праздник знаменует собой приход весны, а встречают ее по обычаю песнями и танцами. Мы с радостью всегда поддерживаем этот праздник Мартишор, потому что именно вот такие культурные мероприятия, они объединяют разные культуры Ренийского района, показывают, что мы все-таки знаем нашу культуру, хотим развиваться в этом направлении и будем чтить и учить наших детей, также чтить наши традиции. Отличной возможностью для реализации идей молодежи стала новая игра «Я мэр». Школьникам предложили проявить себя, представив, что они находятся на руководящей должности. Такие социальные проекты очень популярны в Европе,
Игра «Я мэр» даст возможность молодому поколению не только проявить себя, но и указать на ошибки взрослых, объяснил Александр Урбанский. Такие мероприятия, такие, можно сказать, соревнования, да, это все равно будет в какой-то степени соревнования между вашими командами, они помогают не только лишь, знаете, вам познакомиться с местным самоуправлением, узнать, как там действует та или иная громада, как вот действует вертикаль власти, а на самом деле, в первую очередь, это ставит акцент для взрослых, насколько важно для вас что-либо делать. Главным призом социальной игры станет поездка во Львов. Также юные участники проекта «Я мэр» смогут побывать на городских и областных сессиях и увидеть работу руководства изнутри. Я думаю, что вы должны увидеть всю, знаете, как, всю суть этой работы. Она со стороны вроде бы кажется модно, там мэр, там еще какие-то моменты, посидеть на совещаниях. Но я вам скажу, что проблем очень много. Конечно, без вас, молодого поколения, я думаю, что ничего не свершится. В ходе одной из своих рабочих поездок по округу встретился Александр Урбанский и с ренийским хором ветеранов. Пообщавшись в неформальной обстановке, участники хора попросили парламентария посодействовать в гастролях. Если есть такая возможность, мы готовы выступить в каждом селе из Наивского района. Спасибо большое. Однозначно учтем и будут проводиться мероприятия, будем вас приглашать. Также парламентарий встретился и с воспитанниками ренийского боксерского клуба. Двое его юных спортсменов завоевали золото и серебро на Кубке Украины и прошли на национальный чемпионат, который уже в апреле состоится в Ивано-Франковской области. С поездками на эти соревнования юным боксерам помог благотворительный фонд «Придунавье». Поездка вот на этот чемпионат Кубка Украины, финансов не хватало, тяжело было родителям, я обратился, и народный депутат откликнулся сразу же, поддерживает спорт. На встречу с боксерами народный депутат приехал не с пустыми руками. Он привез в подарок боксерскую грушу для продуктивных тренировок ребят. Вот вам от нас новая груша. Маленьких ваших вы уже как бы так научили, они хорошо показывают хорошие результаты. Я надеюсь, что весь ваш клуб будет настойчив достаточно для того, чтобы имя города Рени звучало у нас и на Украине, и в области. Спорт в Бессарабии необходимо поддерживать, уделять внимание всем его видам, уверен Александр Урбанский. Ведь любой талантливый спортсмен должен иметь право на реализацию своих способностей. А когда с соревнований привозят долгожданную победу, это еще один повод гордиться любимым регионом и его жителями.